Всем привет, меня зовут Андрей, я из Украины, из города Днепродзержинск. На канал «Голос Силиконовой долины» я подсел с начала весны и очень заинтересовался профессией тестер. Я начал изучать язык программирования JavaScript. До этого я интересовался IT-специальностями, но думал, что это все слишком сложно, но познакомившись с тестированием на U-тесте, я понял, что это не так уж и сложно, это даже очень интересный и увлекательный процесс. Благодаря вашему каналу у меня появилась мечта и цели в жизни, к которым я пытаюсь идти. Немаловажным пинком под зад, как мне, была история про Таню из Донецка, которой всего 18 лет, и она уже работает и живет в Америке. И у меня стал такой вопрос: почему я так не могу? Как так? Может, потому что я даже не пытался. И я понял, что надо действовать, брать и учиться, развиваться, саморазвиваться. Я начал активно изучать английский язык. Собрал группу таких же однодумцев, как и я, из моего города. Сейчас мы готовим документы для поездки в Америку на это лето по программе Work and Travel. Я хочу хорошо в идеале выучить английский язык и за это лето. И по окончании университета приехать к вам в школу и побыть на ваших курсах, улучшить свои навыки. Также хочу вам сказать, Михаил, спасибо, что вам хватает сил и времени на съем видео, и вы мне помогли понять, кем я хочу стать.